Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Ну что ж, едва-едва успеваю я, чтобы снять это чудесное мое настроение, которое каждый раз мне дарит своего рода разные впечатления. Это мой закат, это мой закат, моя забава. В принципе, и ради этого стоит жить. Я его снимаю с балкона, и это, конечно, не такой закат, чтобы закат при закате, это просто закат за горизонт крыши дома, но все равно для меня это уже закат. Как только я не вижу солнца, для меня это уже закат. Я человек немножко в этом плане странный, конечно, так сказать, мягко выражаясь. Для меня вот так вот посмотреть закат — это что-то с чем-то, потому что вообще за всю свою жизнь человек мало ловит именно закатов, даже вот такого характера. В основном мы это дело профукиваем за какими-то делами там домашними, либо играми, либо семейно-бытовые какие-то дела, и либо просто какая-то работа, которая поглощает нас от и до и не дает насладиться вот этой прекрасной фишкой и видением этого чудесного круга, который так ярко светит, что все фото всегда получаются великолепные. Я вот когда был в Турции, там, получается, ужин совпадал с закатом. И когда первый раз я попал в Турцию, то не понимал, как бы, то, что поужинали и солнца нету. Куда делось солнце? А потом однажды я прогуливался, я так перед ужином, думаю, еще время есть прогуляться по морю, и как натолкнулся, практически натолкнулся на солнце, на закаты. Фотограф этот, с которым я потом познакомился, оказывается, всегда снимает именно на закате самые лучшие фото, самые лучшие колоритные, такие насыщенные фото, которые у него раскупались по одна штука за $20. Это вообще... Ну, потому что он именно все делал на закате, он мастер своего дела. Ну и, соответственно, рейтинг отеля 5 звезд, поэтому и услуги тоже такие 5-звездочные. Но фото это было непростое, это фото было сразу с рамкой, фотопортрет, это... Ну, оно стоило того, там сразу застекленно, все, ну, в общем, круто, короче. Это не то, что так фотографию сделал, типа, и все там. Ну, это мало что фотографии эти были практически живые, ну, и плюс он это все еще в рамку, под стекло, ну. На самом деле дома будет это стоить где-то в районе $5, но там шло $20. Вот, и закатилось солнышко, я рад, что у меня есть iPhone, Господь дал мне iPhone, это... который может видеть теперь солнце, потому что, напоминаю, у меня раньше был Samsung, старенький Galaxy 3, он не видел солнце просто в упор, он видел просто такое пятно светлое, света и все, то есть он даже сейчас бы видел пятно света. В принципе, если взять средний колорит, то как бы вот мы видим, все равно отсвечивают облака там, птички летают, но нету этого пятна света. А iPhone это 10-й, он пользуется не одной камерой, а сразу двумя. Вторая камера телеобъектива, она затушевывает все лишние фрагменты, и солнце получается просто идеально. И вообще все фото получаются просто идеально. Есть только один нюанс, это когда ты что-то снимаешь, но в это время не следишь за фокусом,
камеры, то получается ты переходишь от объекта к самой природе и теряешь как бы этот контроль фокуса. То есть тут нужно уже вручную пальцем нажимать. А так вообще, в принципе, iPhone 10 это бомба. Это поистине, почему я вижу, что везде рекламируют, это действительно бомба. Бомбанутый телефон. Вообще классно. Я желаю, чтобы у вас у всех было все самое лучшее. Мира вам, добра и любви, лучших закатов. И если не споймали, то ловите их на моем канале, канале Буфляр. Подпишитесь и ставьте лайки. До скорых встреч, мои дорогие. До скорых встреч.